Приветствую. Сниму одно видео днем сейчас, так вот в таком пижамной такой одежде. И ближе к вечеру покажу рецепт. Во-первых, сегодня я буду рыбку готовить на 23 февраля своим мужчинам. Не помню, такое название интересное расскажу. Я сейчас хочу, с одной стороны, ну, извиниться, можно даже так сказать, кто подписан на меня, был как именно на психолога. Честно скажу, у меня был такой, знаете, ну, как вам объяснить, ну, нежелание, что ли, снимать вот именно видео такие тематические, именно психология, психотерапия. Но, тем не менее, я же давала даже на мукбангах, в принципе, тоже темы такие были для рассуждений. В общем, сейчас я настроюсь. Еще, знаете, лучше было и не давать, потому что у меня вообще не было вдохновения. Ну, вообще, вот понимаете, вот иногда такое бывает, что вот нет желания. Тем более я это все делаю бесплатно. Сейчас, кстати, и на этом видео размещу. Ну, или, может, вечером карту неохота доставать. Теперь вы можете донатами поддерживать мой канал. И действительно уже тематические такие темы. Довольно-таки сильные практики, но я их буду давать кратко. Я начну давать, потому что все-таки моя-то цель помогать, а не просто, допустим, развлекательный, да, контент. Что еще хочу сказать по поводу вообще всего пространства Ютуба, вообще, что касается гуру, учителей. Сейчас все больше и больше их появляется. У меня такая, знаете, вопрос такой вот почему-то возникает всегда. Я не считаю прямо свой канал, знаете, ну я занимаюсь каналом последний, выпустим, год-полтора на отшибись, если честно, что касается психологии, потому что просто элементарно я устаю до такой степени, именно морально, понимаете, что у меня нет вообще сил, желания, ну, вообще снимать об этом. Но, тем не менее, все-таки там, что у меня уже 5-700, по-моему, подписчиков, да, если так задуматься, это, наверное, один небольшой город. А у некоторых действительно поистине таких, ну, я считаю, что ценную информацию дают такие учителя. У них, простите, там, ну, вообще очень мало. Там, допустим, бывает и 1000 подписчиков, там 2, допустим, ну, меньше, чем у меня в несколько раз. То есть это мне дает, и при том, что мой канал-то тоже начал раскручиваться, именно когда было более такого расслабляющего, развлекательного характера видео. Вот мне все равно это непонятно, ну не может быть вот такого.